Наголосовали законопроект 2047, который обещает, что мы с вами больше не будем переплачивать за оценку недвижимости. Сейчас у нас есть 4 площадки Госмайна, которые в среднем берут 1800 гривен при оценке недвижимости за регистрацию этой самой оценки. В данном законопроекте предлагается убрать эти 4 площадки, оставить один открытый реестр, которому дать безоплатный доступ нотариусам, что снизит себестоимость процесса оформления сделок по недвижимости. И суммарно за регистрацию вот этих всех оценщиков и оценки Майна будет до 300 гривен. По-моему, позитивно, в 6 раз дешевле станет. Подписывайся на канал, ставь лайки и делись обязательно, чтобы все знали, что меняется в нашей стране.